Друзья, без этого блюда у меня не обходится ни один праздник. Оно очень вкусное, очень сытное и с виду тоже очень праздничное. Таким блюдом мы любим полакомиться не только на праздник. Так как у нас в семье его очень любят, то я готовлю такое блюдо и в обычные дни. Но на праздник оно займет центральное место на вашем столе. Гости съедят 10 порций, настолько оно вкусное. Просто пальчики оближешь. Готовится просто и легко. Главное — готовить с удовольствием. Ну что ж, приступим к готовке. Я взяла 4 спинки цыпленка бройлера. Их нужно отварить в подсоленной воде. Во время варки не забывайте снимать пенку и убирать жир. В этом блюде жир нам не нужен. Также можно взять и целую курицу, либо только бедрышки, либо грудку. Подойдет любое куриное мясо. Покупную курицу варим 1,5 часа, домашнюю 2-3 часа. Ну а пока варится курочка, нужно нарезать мелко чеснок. Именно нарезать. Добавляем нарезанный чеснок курочки за 0,5 часа до готовности. А сейчас нужно измельчить чеснок. Я измельчаю 6 зубчиков. Далее берем вот такую красоту. Перепелиные яички. Я взяла 4 штуки. Эти яички нужно отварить. Далее нам понадобится желатин. 50 граммов желатина растворяем в 200 граммах обычной холодной воды и хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Наша курочка уже готова. Так как она варилась долго, 0,5 часа, то косточки и мясо легко отделяются друг от друга. Очень хорошо это делать при помощи 2 вилок. Курочку мы выняли, а бульон продолжает кипеть на плите. Нужно добавить специи и 2-3 лавровых листика. Пускай прокипит минуток 5. Вот мясо уже отделено от косточек. Берем нужную емкость, кладем на дно измельченный чеснок, а затем выкладываем мясо. По бокам украшаем разрезанным пополам перепелиным яичком. В середину кладу корейскую морковь. Также я решила еще рядом с перепелиным яйцом положить кружочки соленого огурца. Желатин набух уже. Будем его растворять на газовой плите.
нужно очень быстро помешивать. Все это делаем на минимальном огне. До кипения доводить нельзя, помните это. Когда желатин полностью растворится, снимаем с огня. Куриный бульон процеживаем через дуршлаг. Вот такой прозрачный он у вас должен получиться. Соединяем куриный бульон и желатин и хорошо размешиваем. А сейчас осторожно будем наливать куриный бульон. Делаем это не спеша и потихонечку, в несколько приемов. После того, как весь бульон вы зальете, нужно будет поставить наше блюдо в холодное место на 3 часа, для того, чтобы оно застыло. А спустя 3 часа блюдо хорошо уже застынет, и его уже можно будет порезать на порционные кусочки. Блюдо очень вкусное, и в разных странах оно называется по-своему. Напишите в комментариях, а как называется такое блюдо у вас? Отлично сочетается с вареной картошечкой. Также хорошо подходит и к макаронам, и к любому другому гарниру. И как самостоятельное блюдо. Просто великолепно. Обязательно готовьте такое блюдо и балуйте свою семью.